2012 год был ознаменован открытием многофункционального центра предоставления услуг в городе Уварово. На сегодняшний день в нем трудится 6 универсальных специалистов, которые оказывают около 200 видов услуг. Одним из сотрудников является Алина Витальевна Волотова. По окончании областного вуза девушка год проработала специалистом в администрации города. Однако, как признается героиня, ей хотелось раскрыться в другой области, проявить себя в непосредственном общении и помощи людям. Она заполнила анкету, успешно прошла собеседование в МФЦ и приступила к своим обязанностям в качестве универсального специалиста по оказанию государственных и муниципальных услуг. Работа, конечно, тяжелая, сложная, но благодаря своим коллегам, своему директору, клиентам, с которыми мне очень везет, я учусь быстро всему. Мы оказываем более 160 услуг, востребованными из которых являются в основном услуги миграционной службы, услуги социальной защиты, в основном ветеран труда Тамбовской области, и также услуги пенсионного фонда. Большой объем оказываемых услуг – основная сложность работы специалиста. И несмотря на короткий стаж работы, а в МФЦ Алина Волотова трудится с февраля 2015 года, специалист прошла обучение и ведет прием граждан по всем сферам предоставляемых услуг. За время своей работы она показала себя с очень хорошей стороны. Человек молодой, очень активный, который очень быстро схватывает на лету всю информацию. В настоящее время она является очень грамотным, энергичным специалистом универсальным, который где-то в средний прием, который более 200 человек в месяц. О качественной работе Алины Волотовой говорят и коллеги, которые ежедневно наблюдают работу специалиста со стороны. Мы сидим с ней в соседних окнах, и я вижу, как она доброжелательно, вежливо обслуживает клиентов. И со стороны коллег могу сказать, что Алина является хорошим, добрым, отзывчивым, чутким человеком, который всегда поспешит на помощь, поможет в трудную минуту. Пожелаем Алине плодотворной работы.